Всем привет, друзья! Решил заказать наполнитель для торговых автоматов. Ну и решил записать видео на данную тему. Может, кому-то будет интересно. Да, первая коробка. Так, здесь у нас жвачки. Так, вот такую рекламку положили. Следующая упаковка. Так, здесь у нас конфеты твердые. А, ну еще и мармелад. Так, получается, раз упаковка. Потом с вами посмотрим, на сколько стоит каждый такой пакет. Ну и тут тоже рекламку положили. Так вот выглядит. Здесь у нас попрыгунчики. В каждой упаковке по 100 попрыгунчиков. Раз. Тоже коробка со жвачками, тоже такую же рекламку положили, как и первая коробка. Считаем. Раз. Вот, кстати, сам документ, в котором указывается, вот сразу попросил поставщиков наклейки дать. Руки грязные, чтобы не замарать. В общем, потом с вами откроем, посмотрим буклетик. Там получается написана сумма, сколько каждый такой пакетик стоит каждого товара. Давайте дальше будем разбирать. Так, еще одна упаковка со жвачкой. И это у нас Дримерсы, либо как их правильно, там, фандримерсы, пожалуйста, такие конфеты. Так. Еще упаковка со жвачками. Рекламку положили. Это у нас конфеты. Два. Три упаковки с конфетами. Вот столько вот у нас пока что наполнителя. Сейчас еще осталось две упаковки открыть. Здесь у нас жевательный мармелад. Так, первая упаковка. Так, и последняя упаковка. Бывает вот так вот на транспортных компаниях запаковывают. То есть это вот я такой забрал ее. Надеюсь, так что ничего не забрали, потому что бери, что хочешь, он вытаскивает все. Сейчас будем открывать, смотреть. Так, что у нас здесь есть? Так, вот такая упаковка с антистрессами. Потом с вами в следующем видео разберем, что это вообще такое за игрушка. Еще, кстати, и старый наполнитель покажу, какой у меня есть. Для автоматов. Так, это поп-сокеты. Потом тоже с вами разберем, посмотрим каждый. Вторая упаковка с антистрессом, это трубка
трубка какая-то. Ну, я первый раз заказываю такие игрушки, поэтому тоже интересно. Потом скажу, сколько стоит и за сколько буду продавать. Какая-то деталька от Лего. Не знаю, от чего это они положили. Так, это у нас упаковка с браслетами. 250 штук в одной упаковке. А в тех больших, там по 100 игрушек. Даже упаковка. Так, вот он тоже поп-сокеты, пакет 100 игрушек. Еще одна упаковка с браслетами. И последняя, это бижутерия. Ну, там всякие цепочки разные, там тоже, кому интересно, посмотрим в следующем видео. Здесь 42 тысячи рублей. Ну, кстати, 42, это вместе с доставкой. За доставку я заплатил 1530 рублей. Вот. Значит, 41,5, что ли, если не ошибаюсь. Ну, потом еще раз посмотрим по документам. Ну, так вот выглядят эти 42 тысячи. Итак, ребят, все, товар распаковали. Теперь давайте сверять, сколько чего здесь положили. Не ошиблись ли, не обсчитались. Вот, вот она сама расходная накладная, по которой будем все сверять. И вот, кому интересно, вот такие наклейки. Ой, наклейки, рекламки мне положили. Мячики, браслеты. Это всякие жвачки, цепочки, цепочки. Всякие игрушки. Вот, кстати, вот они. Это антистресс. Ну, сейчас с вами в следующем видео тоже сниму. Сейчас посмотрим, что это такое вообще. Самому интересно. Первый раз такое заказываю. Ну, столько рекламок положили. Так, ну, погнали. Так, друзья, все проверили. Все приехало в том объеме, в котором заказывал. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Надеюсь, вам было интересно. Вот, в дальнейшем тоже буду выпускать похожие видеоролики. Если буду что-то заказывать, тоже буду снимать обзоры. Ну, все. Всем пока. Спасибо за просмотр.